Аким города Бауржан Байбек ознакомился с планом реконструкции излюбленных мест отдыха алма-атинцев и гостей города. Лестница здоровья и кафе «Ласточка». Эти уникальные объекты в скором времени обретут второе дыхание, но не потеряют свой первоначальный облик, обещают строители. Причем при реконструкции будут использованы строительные материалы казахстанского производства. Что-то вы взяли западных курортов, как они делают? Да, ну как бы посещаем все это, смотрим. Идея была такая, чтобы люди, просто студенты приезжают, чтобы они все не ехали на Чембулак, а могли в нижней части, ниже как Камидео, тоже получить хороший комфортный отдых. И это было доступно. Благоустроена будет и территория редчайшего горячего источника с круглогодичной температурой 27 градусов – «Горельник». Стоит отметить, что во время войны в этом ущелье размещалась школа инструкторов горной местности и стрелков. Хочется сделать две купели. Одна будет горячая, другая холодная. Продемонстрировали акиму и габионы, с помощью которых укрепляют склоны гор. Наряду с этим были презентованы проекты новой парковочной системы и строительства двух комфортабельных остановок с кондиционером, Wi-Fi и трехязычным гидом-консультантом. Также аким оценил и экотранспорт. Напомню, что по маршруту Медео-Шимбулак сейчас курсируют 4 микроавтобуса казахстанского производства, работающих на экологическом топливе. Бауржан Байбек акцентировал внимание на решении задач по сохранению экологического потенциала в рекреационной зоне, напомнив ряд конкретных поручений главы государства в ходе совещания по развитию Алматы по принятию системных мер по улучшению экологии города. Наряду с этим аким отметил тенденцию увеличения количества горожан, предпочитающих активный вид отдыха, а также важную значимость Медео и Шимбулака в развитии внутреннего и внешнего туризма. Так, на сегодняшний день свое участие в Универсиаде 2017 официально подтвердили рекордное количество стран – 64. Алтыншаш Смагулова, телеканал «Алматы».